Вы бы согласились, чтобы ребенок со статусом ВИЧ училась бы в вашей школе с вашим ребенком? Да, при условии, что родители ребенка, ну, в зависимости от возраста сам ребенок и учителя этого образовательного учреждения будут адекватно информированы о всех аспектах, которые касаются этой болезни, то есть это вопросы, связанные с охраной здоровья, пути передачи, лечения и так далее. Ты бы согласился, чтобы с тобой учился твой сверстник со статусом ВИЧ? Дайте мне сначала представиться, меня зовут Шабос. Ну, я думаю, то, что да, потому что это не имеет значения, какой у него статус или как он инфицирован или нет. Лично мне не имеет значения, если у него есть желание учиться, если у него есть какое-то желание достичь в этой жизни чего-то, то он это может сделать. А если бы ты знал о его статусе, ты бы и стал дружить с таким человеком? Как я и сказал раньше, то, что мне не имеет значения. Да, я бы стал с ним дружить, если это хороший человек. Зарина, я учусь в 11 классе, это старой школы. Мое мнение таково, то, что я думаю, то, что дети имеют такие же права, как и мы, учиться в одной и той же школе вместе с нами, иметь общих же друзей, иметь общие же цели, как обычно, учиться в окружающей среде со всеми. В 11 классе, 21 школе. Я считаю, что не должно быть разделения, так как все мы те же люди, все же мы те же подростки, все мы хотим одного и того же. И диагноз не должен стоять на пути к развитию, к дружбе. Поэтому я за.